Ребята, всем привет, на связи Игорь из Ультравыхлоп. И сегодня мы прокачиваем этот Opel Astra. Мы убрали уже все элементы, которые нам мешали для того, чтобы сделать достойный звук. И здесь мы поставили другую баночку. Здесь мы сделали раздвоение и новые насадки. Насадки от компании MG Race, которые из нержавейки, из 34-й, будут смотреться здесь просто топчик. Выпил и сделали также в бампере. Вырезали его аккуратно и красиво для того, чтобы это все органично смотрелось на этом автомобиле и на этой такой жирной-жирной задней части. В общем, будет мощно. Обязательно запишем для вас звук. Вы ставьте лайки и комментируйте. И это нам помогает создавать контент и делать наш сервис лучше.